Добрый день. Сегодня у нас тайная коробочка без опознавательных знаков. Никакой информации на этой коробочке нет. Возможно, даже эта коробочка не от той головоломки, которая внутри. Откроем. Мы видим здесь некую пирамидку. В каком-то пакетике, в котором поставляют все палатки. Это палаточная головоломка. То есть у него нет какого-то определенного бренда. Если он есть, он открывается. Обычный пакетик. Давайте посмотрим, что это. Я не видел аналогов подобной вещи у нормальных производителей. Не встречалось мне. Если кто знает, сообщите в комментариях. Поправьте. Ну, я увидел, мне показалось, это уникальная головоломка, естественно, достаточно простая, но стоит дешево, почему бы не купить. Что это такое? Это пирамидка, у которой стандартные размеры для обычной пирамидки, но вращение происходит вот таким образом. То есть мы вращаем уголок, и вращается еще центр. Раз, два, три. Вот. То есть мы поперемещали центры. Я так понимаю, здесь можно собрать что-то вот такое. А, то есть все уголки правильного цвета, ну а центры поменены местами. Ну, скорее всего, здесь можно делать пиф-паф, ну, поскольку это пирамидка. Давайте попробуем. Надо же как-то центр собрать обратно. Так, обычный пиф-паф что нам делает? О, да. Для того, чтобы собрать эту пирамидку, нужно сделать пиф-паф. Давайте попробуем как-нибудь посильнее замешать. Буду хаотично вот так вот вращать. Ну, пока я вращаю, она случайно сама собирается. Кое-где застревает. Так. Ага, чуть-чуть не докрутил, дальше не крутится. Ну, вот что-то такое я намешал. Здесь, кстати, стоит, наверное, подшипник. Он так интересно щелкает. Давайте попробуем собрать посильнее, чтобы ни одного угла одинакового не было. Так, желтые, желтые, желтые. Поставим желтые вот так. Ага, мы собрали углы. Теперь остается собрать центры. Ну, быть может, опять пиф-паф. Да, одного пиф-пафа хватило. То есть мы видим, что это исключительно коллекционная головоломка. А, вот они, подшипнички. Видно. Ну, такое чисто баловство. Поставить на полочку и здесь перемешивать. Радоваться простоте сборки. Но здесь хотя бы можно что-то перемешивать. И что-то собирать. Забавно, приятно, то есть вполне достойное качество, учитывая, что это не скоростная головоломка, нет какого-то там чересчур крутого бренда, вполне. Стоит дешево, вращается приятно, радует глаз. На этом, наверное, все. Всем спасибо, всем пока.